у нас второй вагон, второй путь, второй, да, много двоек, это хорошо. Был бы сейчас Данила Кононов, тебе привет, кстати, он бы нам рассчитал бы. Лицо будет огромное в камеру. Он бы нам рассчитал. Так, что, давай пару нот на пианине, Даша. Не надо трогать чужое пианино. Так, нам как выходить вообще, идти? Стой, отставить. Точно? Нам второй путь. Ну? Ну потерпи, нам осталось это всего лишь 19 часов. А, ребята спрашивают, когда мы, этот, как нас встречать. Денис Макошин. Фанс Макарюшин, да. Макарюшенко. Предусмотренную законодательством Российской Федерации. Будьте внимательны, находясь на объектах железнодорожного транспорта. Берегите свою Николая жизнь и предупреждайте об опасности окружающих, особенно детей. Что-то, ты заметил, что Женя нас любит водить обходными путями вообще? Разве напрямую, а через другой ход, да. Разведчик. Да, да, да. Настоящий разведчик. Не, ну прошел, посмотрел, все правильно оценил, обстановку. Зачем напрямик ломиться, если надо в обход, можно пройти. Знаешь, когда это на таком уровне... Может, ты возьмешь камеру? Давай. Возьми, у тебя руки свободные? Одна, да. Да. Как у тебя почти. Ну, я просто вот это... Так. А, ну потом... Вот он, Саратов-Ростов, наш трамвайчик. Саратов, да? Вам таблички для кого написаны? Не оставляйте детей без присмотра. А, для про меня. Стой, нам туда. Нам туда. А вот второй. Я тебя. У меня, держи камеру, у меня билеты. Так, это первый вагон? Это пятый. Погоди, он задом едешь, что ли? Второй нам надо. Идем, шире шаг. Оп, оп. Опять же в этом поезде. Я же говорю, что мы в этом же поезде, да, обратно поедем? Серьезно? Ну, по крайней мере, номер другой. У нас 216 был, а это 215. Ну, начальник поезда же тот. А может, он просто входит. Интересная версия. Шире шаг. Оп, оп. 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 Простите. Отправление в Чик-пук. Часов 8 минут. Поезд Чик-пук. Чик-пук. Шире шаг. Давай. Шире шаг. Чик-пук. Чик-пук. Третий. Второй. Вот наш второй. Здравствуйте. Тебе дай помогу. Да все нормально. Я в состоянии удержать все. Не в состоянии, это поможешь. Да. Меня показал. Он зайцем. Медведь зайцем? Едет зайцем, да. Это охранник, он поедет не зайцем. Все нормально. Спасибо, а потом скажете за порядок в вагоне. Если бы я поехал, был бы порядок. Был бы очень порядок. Так, все. А можно, да, пойти, положить, выйти? Я не зайц. Я не зайц, я медведь. Так, аккуратно. Аккуратно. Чик, давай, протискивайся. Протискивайся. Оп, оп, оп. Ё-моё. Простите, если кого задел. Нет, не задел. Чик, 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 чик. Оп, оп, оп. Шире шаг. Оп, оп. Простите. Чтобы, если что. Оп, 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 оп. Оп, охотники и рыболовы. Фух. Так, что, все на месте?
Сейчас, погодите. Нормально, я... нормально. Вот так. Сережа. Дарья, пока. Вот это что-то вот. Какие-то поезда маленькие стали. Может, ты большой стал просто. Так, сейчас. Женя, погоди. Опа. Так, что еще туда? Давай вот это тоже сюда поставим, наверное. Руки аккуратно. Пока под, к Даше несу. Надо нажать? Надо ее приподнять. Не, еду туда не клади. Я держу. Наверх? Аккуратно, руки. Фух. Так. У нас какая? Вот это? И вот это, да? Так, медведя сюда. Это по такому же принципу. Сейчас. Подержи. Сейчас, давай. До конца. Да вот этим концом. Вот этим концом. Вон туда. Аккуратно. Класс. Все. Ну что, пойдем теперь Женю провожать. Теперь провожать, провожать. Пока я вас вообще прям часы в часы, да? И пойду, да. Класс. Я с вами.